Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам расскажу, как укоротить вытянувшиеся изделия. Для многих это проблема, потому что вязаное изделие в процессе носки может потерять форму, оно вытягивается. Либо вы приобретаете какую-то вещь, которая вам велика, и вам надо немножко укоротить ее. В вязаном изделии это сделать проще всего. Определяемся, сколько мы будем укорачивать. Укорачивать будем на примере серой полосочки. Вот мне нужно укоротить сколько-то рядов. Определились. И теперь достаточно разрезать петлю, вытянуть. У нас изделие само по себе распускается, когда мы вытягиваем нить. Разобрали полотно на две части. И теперь аккуратно распускаете полотно в одну сторону и в другую. Учтите, что в одну сторону распускается, а в другую нет, потому что у нас распускать можно только сверху вниз. Легко и просто. Все, убираем ряд. Оставляем петли, которые будем зашивать. В другую сторону полотно распускается без проблем. Распустили до нужного размера. Все, теперь моя задача соединить два полотна обратно. Берем эту же нить, которую мы распускали, и выполняем горизонтальный трикотажный шов. Начинаем это делать со стороны, где у нас находится нить. Со стороны, противоположной от хвостика нашей нити. С одной стороны зашили, другой. Входим в одну петлю, выходим из соседней. И таким образом мы зашиваем полотно. Это обычный горизонтальный трикотажный шов. Выполнять его нужно так, чтобы петли, которые мы зашиваем, имели ту же длину, что и основное полотно. Тогда никто никогда не заметит, что у вас изделие укорочено, что оно было обрезано и имеет теперь длину немножко поменьше. После того, как я прошила шов, вы видите, что полотно стало гораздо короче. Этот вариант, который у меня был в начале, я связала два полотна одинаково, второй укороченный. После отпаривания волнистость ушла, потому что нить разгладилась, и мы получаем абсолютно полноценное полотно. Если вам это видео полезно и интересно, нажмите, пожалуйста, нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ждем вас на наших бесплатных посиделках по вторникам и четвергам. И обязательно приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.